يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые телезрители, братья и сестры, в эфире передача, посвященная месяцу Рамадан. У нас в гостях шейх Курбан Мирзаханов. Ассаламу алейкум ورحمةullah. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Курбан, так как тема сегодняшней передачи посвящена ночи предопределения, Лейлатул Кадр, с точки зрения информативной, так и может быть даже, чтобы мы, уважаемые телезрители, не знаю, какое-то значение это для нас приобрело, то есть понимание между вопроса, могли бы вот все, что вы знаете, разъясните нам, пожалуйста. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة ولا أدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих зрителей Хадит ТВ 3. Мы, так как это третья ночь, то есть предстоящая ночь, ночь, которая ожидается сегодня, ночь 23 числа, сегодня 22 число, то есть день 22 и грядущая ночь, это ночь 23. Ночь 23 это третий предполагаемый ночь предопределения. Да, предполагаемая ночь предопределения согласно некоторым преданиям. Имеются предания, например, в которых говорится, что это третья декада месяца. Третья декада, в некоторых преданиях указывается, что вот эти три числа, то есть одно из этих трех чисел, является предполагаемой ночью предопределения. Извините, Курбан, а есть ли смысл ожидать эту ночь в другие какие-то числа? Допустим, вы говорите в третьей декаде, мы знаем, что определенная часть мусульман, она утверждает, что, допустим, все эти 10 ночей стоит ее ожидать и как бы заниматься поклонением. Эти ночи, которые указываются, они недостоверны. Тем более, что там указывается именно сама ночь. То есть говорится, что эта ночь является ночью Гадр. То есть, то есть конкретный год? Конкретно указывается дата, то есть число. Конкретное число, которое определяется как ночь предопределения. То есть но этого знания у человечества нету. Нету у человечества этого знания. Даже у непорочных имамов, когда спрашивали, они не отвечали, что такое-то число месяца Рамадан является ночью Кадр. Не говорили. Говорили третья декада, говорили одна из этих ночей. То есть нету какой-то конкретной, какой-то конкретной ночи, какого-то конкретного числа, которое определенно является ночью предопределения. Или с большей вероятностью? С большей вероятностью как раз-таки вот эти, одна из этих трех ночей. Uh-huh. То есть это одна из этих трех ночей, предполагаемой ночи. Я сейчас могу ошибиться, но я не уверен, поэтому не буду говорить. Просто, возможно, будет полезным. Нет, все-таки уверенности нету, поэтому не буду озвучивать. Одна из этих трех ночей. То есть одна из этих трех ночей, согласно преданиям, является... С большей вероятностью. Да. То есть вероятно, что одна из этих трех ночей, то есть предполагаемая одна из этих трех ночей является ночью Кадр.
То есть это ночь 19 числа, ночь 21 числа месяца Рамадан и ночь 23 числа. Опять-таки, нужно это учитывать, что когда мы говорим ночь 19 числа или ночь 23 числа, мы говорим по лунному календарю, мы не говорим по солнечному календарю. Это очень часто забывается. Например, в смысле, что вы имеете в виду? Смотрите, в Священном Коране сказано, что соблюдайте, будьте внимательны к молитве. Угу. И в особенно к средней молитве. Как это мусульмане понимают? Средняя молитва – это что за молитва? Ну, обычно начинают с утра и до ночи считать. С утренней молитвы до ночи. Да, считают с утренней молитвы и до вечерней. И так получается, что аср получается средней молитвой. Да. Но это не так. Вообще, на каком основании Священный Коран, то есть почему Священный Коран именно делает акцент на этой, на молитве аср? Почему? В то время как предания и множество у нас имеется источников, где указывается на утреннюю молитву. На утреннюю молитву. Почему же тогда аср? Откуда это толкование? Это толкование оттуда, что мы понимаем Священный Коран через призму того календаря, по которому мы живем, угу. По солнечному календарю. А по лунному календарю средняя молитва – это утренняя молитва. И это толкование, это понимание полностью соответствует тому, что в преданиях, в том числе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, очень тщательно он призывал к внимательности именно к, в первую очередь, к средней. К утренней молитве. Утренняя молитва в преданиях очень часто фигурирует, имеет особое значение перед Богом. В отличие от, то есть особое значение даже по сравнению с другими молитвами. И именно когда говорится средняя молитва, почему средняя молитва? Вот вопрос в этом. Почему средняя? Почему утренняя молитва или средняя молитва? Почему не аср, как мы полагаем, когда читаем Коран? А потому что по лунному календарю сутки начинаются с заката. Закат – это начало суток, то есть это начало и конец суток. То есть начинается после заката сутки начинаются и с закатом заканчиваются. Получается, первая молитва – это вечерняя? Первая молитва – это магриб, вечерняя молитва. Трехрекатная молитва – это первая молитва. Вторая – это иша, четырехрекатная молитва. И пять молитв. Третья молитва – это утренняя, и последние две – это… То есть сутки начинаются с этого. То есть ночь принадлежит, эта ночь принадлежит следующему числу, следующему дню. И поэтому это нужно учитывать. Мы сейчас 22 число Рамадана. День, то есть у меня день 22, значит вечер у нас будет 23-я ночь. 23-я ночь, да. Вечер – это же… Ночь 23 числа, и именно эта ночь является ночью Кадр. Это нужно учитывать. То есть эти ночи являются предполагаемыми ночами Кадр. Курбан, думаю, уместно будет заметить, что как бы мнение мусульман о том, что это молитва Аср, все-таки, она, скорее всего, больше опирается на суннитские хадисы, в которых, насколько я помню, достоверны, и все они утверждают, но не все, может быть, но определенная часть, и известная часть, она утверждает, что это и есть молитва Аср. Затем их ученые как бы пытались найти, то есть ученые суннизма, они пытались найти, а в чем может быть причина, и там придумывали. То есть какие-то высказывания, почему она сложная, почему она важная. То есть, Но дело в том, что в суннитских источниках фигурирует, именно в хадисах, я имею в виду, в суннитских хадисах фигурирует, насколько я помню, три толкования этого, ага. Этого аята, три толкования. В шиитских два, то есть вот этого утреннего в шиитских как раз таки я не встречал. То есть не было в шиитских источниках толкования хадисов о том, что это утренняя молитва. Я, по крайней мере, не помню, чтобы я искал, я не встречал, насколько... Обычно аср говорят, правильно? Говорят аср, и имеются и другие толкования. Зухр тоже говорят, то есть имеются и другие какие-то толкования, только не только аср. Я сейчас подробностей их не помню, другие версии, а вот в суннитских имеется три версии. То есть три версии. Это аср, это утреннее в суннитских версиях, в шиитских, вот как раз таки этого я не встречал.
Аср и еще какая-то версия. Я сейчас просто боюсь ошибиться, поэтому не хочу это тоже озвучивать. Поэтому эта точка в преданиях у них есть. В преданиях есть, что это утренняя молитва. Да, Аср тоже фигурирует так как в шиитских, так и в суннитских источниках. Но суть в том, что на каком основании Аср является серединой молитвы? На каком основании? То есть каким образом ведется расчет, во-первых. Во-вторых, почему из пяти молитв, где согласно единогласному мнению всех мусульман, в том числе согласно мнению посланника Аллаха, саллаллаху, то есть согласно мнению сунны, важнейший и тяжелейший из молитв является... Ну, кто пропускает Аср? Кто пропускает Аср? Кто халатно относится к Асру? То есть почему это толкование, почему именно Аср? Почему указывается на Аср? На каком основании? Где основание? То есть в чем доказательство, в чем довод? Ну вы поясните, как так получилось? Ведь хадисы, даже если они были вымышлены, они же из того времени, как люди, допустим, того времени, которые жили по этому календарю, который начинается с сутки, он начинается с вечера, как они могли вообще взять и перепутать и говорить о том, что Аср это средняя молитва? Ну, это сложно сказать. Сложно сказать. То есть в тех или иных обстоятельствах, как хадисы рождаются. Ну, рождаются. Во-первых, нужно учитывать, что это очень важно, потому что мы редко на это обращаем внимание, что люди, некоторые люди все-таки специально искажали, специально какие-то хадисы выдумывали, специально пытались что-то внести, не только по ошибке, а именно специально. В толкованиях имеются три толкования, то есть в синнитских источниках имеются три группы хадисов. И каждая из этих групп утверждает разные версии. Не могут все версии быть одинаково правдивыми. Почему? Потому что в Коране сказано особенно серединная молитва, особенно серединная. То есть указывается на одну из пяти молитв. Мы же не можем сказать, имеется в виду все пять молитв. Мы этого не можем сказать. Поэтому какая-то группа из этих преданий непременно ложна. Но как она возникла, это Бог знает. То есть почему, каким образом? Но опять-таки повторяюсь, нужно учитывать, что часть преданий, они... Мы говорили ранее, что-то упоминали, например, предания, очень многие предания от Кабл Ахбара, от Абу Хурейры, Абдулла ибн Масуда, они от Аиши, которые приписываются им, они доказаны, что они не являются достоверными. Абсолютно не являются достоверными, они вымышленные. Кто выдумал? С какой точки зрения, что они этого не говорили? Ну, это уже вопрос спорный. Говорили, они сами это выдумали или выдумали другие, кто-то приписали им. Возможно, можно здесь найти компромисс, да, что часть хадисов приписана им, часть сделана ими. Например, тот же самый Кабл Ахбар. Это больше всего его касается, он говорил, он не видел посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он не слышал посланника Аллаха, но при этом говорил вещи, которые приписывал его светлости, то есть он приписывал ему, ну, естественно, что от кого он передавал, от кого, как он мог это услышать. Ну и те предания, те истории, которые передаются от него и от некоторых других схожих с ним людей свидетельствуют о том, что это все-таки не передавалось от посланника Аллаха. Это выдуманные, немножко такие более такие мифические истории, нежели реальные какие-то, реальная сунна, реальный хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Курбан, я извиняюсь, у нас время паузы, после которой мы, иншаллах, продолжим. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبة اللهم
Мы вновь в эфире, уважаемые телезрители. Курбан, мы с вами остановились на том, что вы рассуждали, то есть как появилась, скажем так, проблемная часть сунны. Ну, мы на самом деле отошли немножко от темы, мы да. говорили про ночь. То есть в любом случае это было связано, то есть вы, пожалуйста, уж сами определите, как вернуть это к теме. Да. Таким образом, мы о чем говорили? Мы говорили, говорим о том, что именно ночь, то есть следующего дня, сегодня 22-е число, ночь 23-го, то есть именно грядущая ночь является предполагаемой ночью Кадр. Мы ранее говорили об этом, говорили о значении, о значимости этой ночи, ночи Кадр. В частности, мы привели предание, и не одно предание, имеется множество преданий о значимости, в том числе аяты Корана. «Инна анзальнаху фи лейлатил кадр». Шахр Рамадана аллази унзиля фихи аль-Куран. То есть в этом аяте, в котором говорится, что месяц Рамадан — это тот месяц, в котором был ниспослан священный Коран, подчеркивает значение этого месяца. Но при этом мы имеем несколько аятов в священном Коране, в которых говорится, что это Коран был ниспослан в одну из ночей этого месяца. «Инна анзальнаху фи лейлатил кадр». Мы не спаслали его в ночь предопределения. И в преданиях, в том числе от непорочных имамов, мы имеем, до нас дошли предания, что эта ночь находится, является одной из ночей месяца Рамадан. И также имеется предание, в котором говорится, что «Лейлатил кадр кальбу шахр Рамадан», то есть является сердцем, неким таким, такой вершиной. То есть если месяц Рамадан — это месяц достоинства, месяц величия, месяц милосердия Бога, месяц прощения Бога, это месяц гостеприимства, великодушия Бога, когда Всевышний осыпает, «Асбага алейкум ниамаху батинатан ва захира», когда осыпает своих рабов дарами, как видимыми, так и невидимыми дарами, осыпает своих рабов дарами, так эта ночь является апогеем, вершиной всего этого, то есть вершиной прощения, вершиной милосердия, вершиной великодушия, гостеприимства, вершиной в том числе является ночью, когда вот этот смысл «Асбага алейкум ниамаху», когда осыпает Всевышний своих рабов дарами своими, как духовными, так и ощутимыми, материальными, так и духовными, осыпает своих рабов этими дарами, вот это вот значение в эту ночь достигает своего апогея. Именно это означает, что «Лейлятул кадр кальбу шахр Рамадан», то есть сердце, сердце этого месяца, потому что этот месяц является месяцем всех этих явлений, когда перед человеком открываются двери рая и закрываются двери ада, когда перед человеком открываются возможности к достижению практически всех духовных достоинств, всех духовных вершин, которые вообще доступны человеку. Извиняюсь, это связано именно с постом. То есть, допустим, человек в пути, путник, и он не может поститься. Для него это также действует? Или... Это, конечно же, это... Смотрите, дело вот в чем. Этот месяц Бог проявляет особое великодушие к своим рабам. И именно поэтому Он обязал в этот месяц своих рабов поститься. А не потому, что... Не наоборот. Не потому, что он обязал своих рабов поститься, он проявляет великодушие. Нет, он проявляет великодушие, и именно поэтому он обязал своих рабов поститься, дабы не упустить этой возможности. То есть это такой некий... Это может быть не совсем уместно звучит, возможно, немножко даже грубо звучит. Это такой месяц, это такой период, когда Бог предоставляет человеку реальные, выражаясь этим языком, бонусы, если хотите. То есть некие такие
плюсы, особые плюсы предоставляет, особые возможности предоставляет. И поэтому обязывает своих рабов поститься при определенных условиях, при определенных обстоятельствах, но при этом для каждого. Для каждого. И об этом говорит шариат, обратите внимание. Имеются в шариате положения, которые обязывают даже не постящихся к определенным каким-то поступкам, к определенным каким-то действиям, даже тех, которые не постятся. Это все говорит о том, что это месяц для всех одинаков. Но есть причины, есть болезни, есть путь, которые отвращают, которые делают это деяние необязательным и даже где-то запретным, то есть пост. Поэтому этот месяц, те достижения, те возможности, которые предоставляются в этом месяце, они обретают особое значение, особый смысл именно в месяц Кадр. Обратите внимание. Ночь Кадр. Да, ночь предопределение, ночь Кадр. Мы ранее приводили... Извиняюсь, Курбан, прежде чем вы приступили бы к новой теме, скажите, как связана, то есть помощь, то есть этот пост, которым Всевышний обязал, потому что этот месяц проявляется его милость в особой форме, то есть этот пост, какую связь он имеет, допустим, с достижением? Как он способствует этому достижению? В преданиях есть места, есть времена, которые имеют один важный атрибут в преданиях. Есть времена и есть места, которые имеют атрибут Киям. Допустим, месяц Рамадан назван Шахруль Киям. Ночь также Айямуль Киям. То есть ночь является временем стояния. То есть и также имеются места, мечеть — это место стояния. Что имеется в виду? Да, мы сейчас вернемся к этому, что значит стояние. Запретная мечеть — это важнейшее из мест стояния. Стояние, киям, то, что мы говорим о киям. Но эти места и эти времена отличаются друг от друга в этих атрибутах. У кого-то этот атрибут, у чего-то, у какого-то времени, у какого-то пространства этот атрибут больше. Больше, ярче этот атрибут, у чего-то меньше. Но в любом случае есть места и есть времена, где есть этот атрибут. Есть времена и места. Чем отличается, что есть в Масджид-уль-Харам в особенности, то есть в запретной мечети, Мекке, в особенности во время паломничества, обязательного паломничества. Это киям. Что такое киям? Киям – это обычно, то есть как и любое религиозное понятие, как и любой религиозный термин, имеет несколько уровней понимания, в зависимости от того, кому он адресован. То есть в зависимости от того, кто воспринимает эту информацию, этот термин, он может иметь множество разных уровней смысла. Самый поверхностный, он доступен всем. То есть каждый человек имеет этот доступ к этому пониманию этого смысла. И самый поверхностный смысл – это богослужение. Киям, то есть богослужение. Почему назван киям? Стоянием, потому что в исламе важнейшее богослужение – это стояние. Когда мы встаем на молитву, и вот это состояние и дальнейшее вот это движение начинается, то есть земной поклон, поясной поклон, потом земной поклон, начинается с кияма. То есть человек mm-hmm. должен встать, совершить стояние, чтобы потом это богослужение совершить. Но важнее этого, да, то есть важнее этого, которое недоступно, не каждому доступно, это глубинный смысл этого слова, который требуется от человека, когда он встает на молитву. Что требуется от человека, который встает на молитву в 5 раз в день? Совершает киям. Вот это стояние во время молитвы – это киям. Но что требуется от человека? Требуется от человека отлученность. То есть он должен восстать, он должен встать от мирского и направиться к Богу, к духовному, возвышенному. Это есть настоящий смысл кияма. Это есть духовный и глубинный смысл слова киям. И именно поэтому во время хаджа паломники
обязаны соблюдать определенные обряды, которые отдаляют его от мирского. Отдаляют его от мирского и направляют к Богу. Он должен избавиться от всего, что его связывает с этим миром. Обратите внимание. Некоторые паломники, к величайшему, очень многие, отправляясь в хадж, в первую очередь думают о покупках, каких-то там подарках и так далее. Это полностью противоречит смыслу хаджа, полностью противоречит. Почему? Потому что хадж говорит: оставь это все подальше. Сними из себя все, убери телефон подальше. Убери телефон, убери все, что у тебя есть в карманах, все, что у тебя есть с собой, убери это подальше. Одень просто самое простое, завернись в самое простое и направь свои мысли, свои намерения к Богу. Отдались. Это не все, не вся жизнь человека. Это 5 раз в день молитва, это паломничество, которое должно быть минимум раз в жизни при возможностях. И это месяц Рамадан. То есть это те периоды в жизни человека, в которых Бог требует от человека, чтобы он немножко отбросил все это мирское, восстал от этого мирского, восстал и направился в сторону Бога. Извиняюсь, Курбан, что имеется в виду конкретно отдалиться от мирского? Допустим, есть у человека какая-то потребность, и эта потребность его... Пока он ее не удовлетворит, она его будет отвлекать. То есть, скажем, это его естественная потребность. То есть, опять-таки, мы говорим, что даже исполняя, то есть даже реализовывая дозволенным путем свою естественную потребность, человек совершает поклонение. Совершение поклонения мы не можем сказать, что да, это мирское. Мы говорим, что это уже как бы для ахера. Ну и, соответственно, как нам разграничить, то есть мирское, что это вообще имеется в виду, от чего мы должны отстраняться? Но опять-таки мы должны учитывать, что это не вся жизнь человека, опять-таки это 5-кратная молитва в день, которая длится, каждая из молитв, которая длится 5 минут, 5-10 минут. Это 10 дней паломничества и месяц Рамадан. То есть человек должен на самом деле, то есть если говорить о кияме, то как раз что вы спросили, этот киям многие божественные люди, которые праведные люди, в числе которых правдивые пророки, мученики, эти люди на протяжении всей своей жизни находятся в этом состоянии. Пророки и непорочные имамы, они на протяжении всей своей жизни, но при этом мы же не видим, что они в мирском сколько-то страдают. То есть mm-hmm. что-то их мирское страдает. Дело не в этом, дело не в том, чтобы что-то от чего-то физического отказаться. Нет. Моральное. Привязанность. Вот эти положения, о которых я упомянул, в том числе во время паломничества, эти заповеди, они нужны для того, чтобы направить, помочь человеку избавиться. Дело-то не в том, чтобы он избавился от телефонов того же самого, например, да, чтобы забыл, разорвал свою связь, физическую связь, разорвал со всем своим миром. Нет, этого не требует, но это... Начало, подготовка к настоящему кияму, когда человек избавляет свои намерения, избавляет свои мысли, освобождается от этой азартной игры мирской, когда он входит в этот азарт и гонится вот за этим зайцем, поймав которого, он тут же его лишается. Вот это вот азартная игра. Мы говорим карты азартные, но это самая важная азартная игра, это погоня за мирским. Это начинается здесь, в умах, начинается в сердце, но внешние проявления, внешние какие-то атрибуты, внешние какие-то действия, с которых и начинает ислам. Ислам начинает именно с этого, заповеди ислама начинают с этого. Почему? Потому что нельзя... внушить человеку, ему нужно показать, как к этому пойти, как к этому направиться, как подготовиться к этому.
Именно поэтому ислам приписывает внешние вот эти действия. Но цель-то не в этом. Цель не в том, чтобы он сжал кулаки и горел желанием, умирал желанием погнаться за этим мирским, но вот он держался. Нет, цель-то не в этом. Цель в том, чтобы он сам очистил свои... Это есть кьям. Я, честно говоря, забыл вопрос, но я так понимаю, все равно так или иначе время закончилось у нас. Да, к сожалению, закончилось. Я бы, если будет возможность, в следующей передаче, я бы хотел еще, чтобы больше раскрыли эту тему, потому что она, на мой взгляд, очень важна, актуальна, я бы сказал, Шалла. Тем более в наш век. Мы прощаемся с уважаемыми телезрителями. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا